Казанский федеральный университет приглашает российских и зарубежных исследователей принять участие в 6-м виртуальном международном форуме по педагогическому образованию ИФТЕ-2020. Впервые за 6 лет существования форума ученые обсудят результаты исследований в области педагогического образования дистанционно, дабы не подвергать участников форума риску заражения COVID-19. Проведение такого большого научного мероприятия в Казанском федеральном университете очень важно не только для нас, но и вообще для российской педагогической науки. Наш форум является своеобразным мостом между российскими и зарубежными учеными, которые имеют возможность здесь ежегодно обмениваться передовым опытом, лучшими практиками в области подготовки учителей. И очень приятно было слышать в прошлом году на форуме 2019 года от многих зарубежных коллег слова, что Казанский федеральный университет становится одним из мировых центров превосходства в этой области. Основными форматами виртуала ИФТЕ-2020 для более чем 900 участников из 30 стран мира станут видеолекции ключевых спикеров, синхронные виртуальные круглые столы, международные онлайн-симпозиумы, заседания исследовательских групп, а также постерные презентации. Необходимо отметить тот факт, что для нас организация виртуального конференц-пространства – это также возможность исследовать различные онлайн-платформы для выполнения нашей миссии по продвижению исследований в области педагогического образования. Важным для нас является то, что ИФТЕ-2020 пройдет при информационной и технической поддержке компании Microsoft Teams, специалисты которой совместно с Инженерным центром телекоммуникаций и информационных систем Казанского федерального университета будут обеспечивать основные заседания в рамках симпозиумов, сессий исследовательских групп, круглых столов, мастер-классов и научных секций. Форум, несмотря на свой молодой возраст, получил широкую известность в профессиональных кругах. За 5 лет в нем приняли участие огромное количество ученых из различных стран мира. Дата проведения форума в этом году с 27 мая по 9 июня. Диана Желенкова, Лилия Талипова, Универньюз.